Глава Нижегородской области Глеб Никитин считает целесообразным совмещение должностей главы администрации и главы города в Нижнем Новгороде. Об этом он сообщил после встречи с депутатами Заксобрания в четверг 12 октября, на которой по его инициативе обсуждался данный вопрос. Та позиция, к которой я пришел за время нахождения в регионе, это что мы должны взять пример с многих наших городов-миллионников и выстроить единую вертикаль управления через совмещение должностей главы города и главы администрации. И я проинформировал депутатский корпус о том, что такой законопроект я планирую внести на их рассмотрение. Год назад такой законопроект уже вносили на рассмотрение. И сегодня он действует в отношении всей Нижегородской области, кроме Нижнего Новгорода. Я считаю эту схему управления абсолютно правильной. Она недалеко ушла от схемы управления, которая существовала многие годы в советские времена и в предшествующий период до всенародных выборов мэра. Я сам тоже работал в такой же конструкции. Был председатель городского совета, и я был глава администрации и одновременно глава города, хотя такого понятия тогда еще не существовало. Экс-мэр Нижнего Новгорода считает, что двуглавая система власти себя не оправдала. Объединяем главу города и главу администрации. Что это за глава города, если у него нет административных полномочий? У нас глава города вообще это хозяин. Он должен иметь все административные рычаги в руках. И если он вынужден действовать через главу администрации, который назначается по контракту, это вообще не дело. При этом Глеб Никитин подчеркнул, что о прямых выборах мэра речь пока не идет, поскольку сейчас необходимо постараться в кратчайшие сроки провести только реорганизацию структуры, после чего сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира по футболу и президентским выборам.